Объединив усилия, встали стеной на защиту чистоты двора. Жители Куйбышевского района Самары, крепко держа в руках метлы и лопаты, борются с мусором, оставшимся после зимы. Владимир Пономаренко живет здесь более 20 лет. Говорит, к дисциплине привык еще с армии. Я люблю порядок, потому что тут дети, вот смотрите, дети приходят вот с колясочками. Дети вот это идут, дети смотрят на это, ну господи вы, ребятушки мои. Поддерживать чистоту во дворах давно стало для местных жителей доброй традицией. Сейчас, когда во всем городе идет большая генеральная уборка, люди добросовестно выходят на субботники и средники. Уверяют, погода и время суток не проблема. Жители очень активны, и я думаю, что двор, в котором они живут, должен выглядеть надлежащим образом, поэтому они так активно откликаются, независимо от того, что утро, и большинство людей на работе. Кто дома, а остальные сегодня выйдут вечером. У нас проводятся также и вечерние субботники. Жители Куйбышевского района считают, за чистоту вокруг ответственны сами, а потому стараются не мусорить. Активистам охотно помогает местная администрация. Мы жителей обеспечиваем мешками, перчатками, инвентарем, чтобы, естественно, исключить тот момент, а чем работать, да, и... Значит, своевременно организуем вывоз собранного мусора. В этом году приводить город в порядок начали еще в конце марта. К субботнику, который прошел 4 апреля, присоединились свыше 10 тысяч человек. На этой неделе состоится Гагаринский субботник, а 18 апреля большая общегородская уборка, к участию в которой приглашаются все жители Самары. Алина Чемерис, Станислав Левин, события.